Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Assassin's Creed Valhalla. Мы с вами продолжаем наше путешествие. Итак, у нас в Valhalla вышло дополнение, называется Рагнарёк, по-моему, как-то так. Но пока что у нас его не будет. Почему? Да потому что, во-первых, даже несмотря на то, что у меня Ultimate Edition, Рагнарёк сюда не вошел, его нужно отдельно покупать. И, в принципе, у нас еще достаточно дел и без конца света, как говорится. До конца света мы с вами еще не дошли. Чем я собираюсь заняться? Эй, привет! Ты как тебя звали-то? Это Хороший мальчик. Мальчик? Почему мальчик? Ты же был этот Волчка, Талчка, как там мы ее назвали? Так вот, я хочу пойти дальше, друзья Эй, мои, здравствуй. По нашим основным заданиям, по сюжетке. Так, это письма, это мы читали. Итак. Привет. Посмотрим на карту союзов. Давай посмотрим на карту союзов. Итак, Ледочестер, это уже мы сделали, это мы сделали. У нас есть Восточная Англия и... Как ни странно, мы почему-то здесь ничего не делали. Даны, что напали на нас, пришли из Восточной Англии? Да. Они служат человеку по имени Рут. Похоже, он сеет раздоры среди саксов и среди данов. Сыновья Рагнары давно хотели успокоить те земли и поручили некоему Финеру найти короля из саксов. Но с тех пор королевство пришло в упадок. Короля так и нет, а народ страдает от жестоких набегов. Предлагаю отправиться в Восточную Англию и во всем разобраться. Да, так и сделаю. Более того, там совсем уже уровень-то низкий. Значит, пора на восток. Поговорю с этим Финером лично. Прекрасно. Пошли разговаривать с Финером лично. Как мы это сделаем? Так, не будем, главное, ни на что отвлекаться, потому что мы и так уже тут забегались. У нас уже Рагнарёк начался, а с данными мы еще до сих пор не разобрались. Я немножко прокачала свою деревню. Не помню, я сделала это на запись или нет. Пару домов мы восстановили. Но мне сейчас нужно... Нужно мне не это. Так, куда нам? Сюда нам, да? Ну, так и поплыли, значит. Лошади, конюшня. Посмотрела я еще раз тот доспех, который мы с вами собрали, павших героев. Надо будет его прокачивать, надо будет добывать какие-то... Там никель нужен, еще что-то нужно. Ну, в общем-то, эти вещи. Колчан для стрел я немножко прокачала. Мы теперь можем больше стрел качать. Качать. Вот. Ну и все остальное, в принципе, осталось у нас то же самое. Способности пока никаких новых нет. Мне хотелось бы еще улучшить свои топоры, но для этого нужно еще ресурсы. Вот. У них не лучшие времена. Нордвик. У Нордвика не лучшие времена. Мы были с вами в Нордвике уже. Мы просто так здесь, по-моему, путешествовали. И были в этом Нордвике, как мне кажется. Потому что, в принципе, у нас тут все открыто. Так, это что такое, вот этот шлем? Ага, и тут у нас записочка. По-моему, мы ее уже отлавливали. Пить не будем. Единственное из этих... развлечений, которое я так и не освоила, это вот эта вот попойка. Так, а здесь что? Ты кто? А, это Йомс? Да я даже не знаю, зачем нам Йомс-то. Йомс нам не нужен. Пошли посмотрим, какое тут у нас мировое событие. Тихо, тихо, тетенька. Где оно? Ой, дяденька. Какой здоровый.
стоит, что-то шепчет. Так, а похоже, что мировое это событие... У меня луженые глотки, я хочу пить! А, не-не-не-не-не-не, без меня. Дай мне карту. Мировое событие, по-моему, в этом большом доме, да? Ну, судя по всему, да. Или я чего-то не понимаю. Ладно, давай еще оббежим. Хотелось бы сыграть... как он называется это? Игры, считаете? На руны. Но, наверное, пока не судьба. Так, что такое? О-о-о. Вот все и мировое событие. Повеселились. В чем дело? Подъем. Финнер? Нет. Если ты не от Хальфдена, нет. Я пришла сама. Так, подожди. Ты все... А где король-то? Неважно, кто ты. Важно, почему на троне Восточной Англии нет короля. Потому что нужный человек пока не женат. Вот женится, и будет у Восточной Англии король. Вот радость. И кто он? А знаешь, мне снился чудный сон. Я плыл по Хельхейму на огненном дракаре. Сны о смерти нередко предвещают смерть. О, какое было бы облегчение. И, кстати, на что тебе захолустный король? Даны отсюда напали на мой клан. Я хочу знать, почему и как не допустить новых набегов. А, это клан Руда. Убили прошлого монарха, Этельстана. И нового, полагаю, ждет та же участь. Дан не может усмирить данов? Какой же ты наместник? Знать бы как, давно бы очистил от них наши земли. Клан Руда! Кость в горле и для данов, и для саксов. Ты самый жалкий воин в этих краях. Отвесь королю пинка и в бой. О да, пинок ему не помешает. Ему бы хоть что-то, чтобы победить. А так, ни отваги, ни армии, ни характера. Если он хочет прожить подольше, ему нужна поддержка семьи невесты. Но и ее нет. Они презирают этого червя. И кто же твой король-червь? Озвальд из Альменхэма. До вторжений был советником короля Эдмунда. Последней саксонской знати, кто хоть что-то значит. Почему не короновать Дана? Ярл Хальфдан все сказал. Саксонский король и жена из данов. Это символ единения. Но Озвальд не из тех, за кем с улыбкой идут в бой. Он слаб. И даны ему не доверяют. Так, Эйвор, я надеюсь... Где он сейчас? Взгляну, подумаю, что можно сделать. Мы не собираемся выступить в роли невесты. Он был в Эльменхэм. Снова хочет молить о мире. Езжай по дороге от Северных Врат. Может, догонишь. Сага о Тене Освальде. Это все? Нет, Йомс, тебя я не возьму. Ладно. Лошадь-то тут есть? Так, собака, подожди. Так, ну что ж, ладно, пойдем. Догоним. Ага, ладно. Разведай местность, Сюнин. Я так понимаю, что что-то тут происходит, да? Ладно. Пошли, пока не стемнело.
убивали и сжигали все на своем пути. Это не мы. Вы уже разоряли эти края и решили сделать это снова. Мы здесь живем, женщина. На нас тоже напали. Я построил тут дом. Клан Руда напал и на нас. О, хорошо, когда у тебя есть дом. А мой сожгли много лет назад. Кстати, кто же это был? Кто это сделал? Даны или саксы, мы хотим одного, мира. Чтобы возделывать землю и строить дома, не боясь клана Руда. Пока эти снова не нарушат этот мир. Вздор. Их дом теперь здесь. Так же, как наш. В будущее мы пойдем вместе, не порознь. А что с напавшими на нас данами? Что ты сделаешь с ними? Став королем, я... Ах, ты король? Став королем, я все исправлю. Освальд. Быстрее, понятно. Я стану крылатым троллем. Да, непопулярный, ты непопулярный. Король должен быть строже с теми, кто мутит воду. Я еще не король. И слушаю людей, прежде чем решить, что сказать и как. Я Эйвор из клана Ворона. Ты Освальд? Да. Ты ведь не хочешь убить меня? Убивать королей не в моих привычках. Знакомиться — другое дело. Я Освальд, да. Сколько себя помню. Так что случилось, Освальд? Сегодня утром на нас напали люди Дана Руда. Они грабят селения по всей Восточной Англии. И с каждым днем становится все наглее. Они знают, чьи это земли? Думаю, да. Но им плевать. Разорение коснулось и моего дома. Не хочу, чтобы это повторилось. Похоже, все надежды возлагают на тебя. Став королем, ты сможешь объединить саксов и мирных данов. Пустяковое бремя, да? Бремя, достойное короля. Поехали, Эйвор. Обсудим мое туманное будущее по пути домой. Зачем тебе Вельменхэм? Подготовка к свадьбе. Я хочу заключить брак с женщиной из данов, Валдис. Она из рода Хальфдена. Что ж, удачный брак – залог надежного политического союза. В чем заминка? Заминка? У меня нет разрешения жениться. Ее братьям я не по нраву. Может, быстрее будешь ехать-то, королек? Нет, быстрее он не собирается ехать. Ладно. Погоди-ка. Что-то... что-то тут не так. Да, куча дохлых коров. Стой! Впереди дым. Битли горит. Быть может, это те же, кто напал на Нордвик. Жди тут. Я взгляну. Не стоит привлекать внимание. Ага. Хорошо. Подожди, давай-ка отойдем. А то он там вон уже бежит. Что ты, зараза? А этот спрятался, да? Королюк. Победите воинов Руда. Победим, подожди. Я так мимо пробегаю. Это достало. Все. До свидания. Так. Сюнин. Давай-ка. Покажи мне все. Слетай и посмотри. А, ключик, смотри-ка, ну-ка. И руна, и ключик. А там что?
Сожгли все поля, короче, все сожгли, все выжгли. Ясно, что наше дело, как говорится, маленькое, пойти и всех перебить. Я правильно понимаю политику? Здесь все кишит стражей. Да-да-да-да, кишит, кишит. Как мы там приседали-то? Ага, отлично. Так, давай подумаем, каким образом мы это сделаем. Там двое стоят на дверях, да? Мне так кажется, что мы тут уже что-то делали. Ну да ладно. Лицом сюда стоит. Так, как там быстрее это двигаться? Какие незаметные, незаметные. Так, куры, тихо. Пошли, заберем ключ. Так, это был опал. А ключ где? Дается мне, что придется тут что-то сжечь. А может и нет. Двери, да? Эвер, сядь. О, вон где они. Угу. Не-не-не-не-не-не-не. Эй, что? Тихо. Сдохни! Ну же. Короче. Куда они тут взялись? Руки полетели. А, не-не-не, не надо подбирать. Я думала, добыча. Брось. Так, это что такое? Добычка. Хорошо. А это что? Еще добыча. Так, о, опять тут. Всяческие заслоны. Стрела. Смогу я, интересно, им это прыгнуть на голову внезапной атакой? Ну-ка. А где второй? Думаю, с этими трусливыми подлецами покончено. Надо порадовать Освальда. Чё так кричишь-то?
Эйвор. Так. Еда мне не нужна. Ничего мне не надо. Открыть. А ну-ка. Мольба жены. Эдгар, несколько лет назад Альдер отправился выслеживать грабителя рядом с нашим хозяйством, но не вернулся. Я молю Господа о его защите, но все равно волнуюсь. Если поедешь в поля, будь осторожнее. Да-да-да. Да-да-да. Так, все, все двери отперты. Не хочу просто собирать добычку при короле на глазах у изумленного будущего короля. Я надеюсь, он будет все-таки королем. Пошли. Все, больше мы тут... Ничего не найдем. Можно посмотреть на карту? Вроде да. Так, ну? Клан Руда. Выживших нет. Мир их душам. Мне пора ехать. Буду вновь добиваться расположения родни моей невесты. Чуть больше мужества, чем сейчас, и у тебя будет шанс. Да, прости, я потрясен. Человек твоего склада пришелся бы им по душе. Разделишь с нами трапезу? Я был бы рад. Да ладно, давай. С радостью помогу. Скажи, где и когда. Чудно. Жду тебя в Эльменхаме. В любое время. Все хуже, чем я думала. Поедем в Эльменхейм. Даже еще и ночью придите. Ладно. Надо проследить за этим корольком, чтобы его не прибили по пути. Ночью-то мы дождемся, там, не знаю, помедитируем или еще что-нибудь. Скачет, скачет. Ладно, подождем. То я удивилась. Да еще не конец. И думаю, что? Все? Все? Воловьи лужки наши? Но нет, еще. Еще не город все. Процветает. О себе этот Озвальд позаботился. Да, так у них тут уютненько. Теперь он идет пешком. А, лошадь здесь оставил. Так, ну я не такая щепетильная, я не буду оставлять лошадь здесь. А что будет, если мы зайдем не вечером, а вот сейчас? Глянь. Данка бродит одна. Не к добру. Шш, будь добрее, как завещал Христос. Я не одна, я с конем. О, король ходит, толкается. Смотри-ка, виноградик перебирает. Так, ну? Озвальд, где же ужин, что ты мне обещал? Эйвор, ты здесь. Ужин подадут, но, боюсь, пока еще слишком рано. Дождемся мою невесту и ее родичей. Mm-hmm.
Чем здесь можно заняться, я думаю, что найдем. Это твоя невеста, Освальд. Кто она? Это любовь или политика? Ее зовут Валдис. И в наши дни по любви не женится, Эйвор. Мы заключим союз на благо Восточной Англии. Она из клана Данов, что умеет заставить с собой считаться. Однако ее братья не так бескорыстны, как она сама. Хочешь, осмотрись, побродив свое удовольствие. Ужинать будем позже. Так, ну ладно, давайте осмотримся. По-моему, что здесь мы тоже были. По-моему. По-моему, мы вас грабили, нет? Сдается мне. Ну, а может и не грабили, может и не грабили. Смотри, вот здесь есть какая-то золотиночка. Давайте сюда избегаем. А, здесь вот это вот хозяйство Брисли и это гробница Будзики была. Вот оно что. И пробегали, да, пробегали мы тут мимо. Это чья картиночка, не наша? А, посмотреть. Чего не показываем? Ладно. Так, далеко? Не, 120 метров. Думаю, что можем и добежать. А. Надеюсь, нам не придется грабить по второму кругу. Так, ты этот самый... Йомс. Не буду я нанимать его. Угу. Вспоминаю я это дело, да. Мы искали, как тут взорвать вот эти камни и где взять баклажки. Вот сейчас я это вспоминаю. Я вспомнила это место, да, мы здесь были. Вот, потому что тут есть все. И вот огонь горит. Но стрелами оно... не взорвется. Так понимаю, да? Я. И помнится мне, что никакой баклажки с нефтью я так и не нашла. Может быть, это случится как раз на свадьбе? Искать нефть в церкви тоже было бы странно, наверное, да? Что-то как-то, честно говоря, хочется мне вот прикрыться просто, а то... О, Данка бегает. Не к добру. Не к добру эту... А, вот они, бутылки. Даже елки с палками. Я тогда бегала прям до посинения. А оно все тут рядышком. Так, только не взорви, народ. Это будет некрасиво. Народ все-таки всполошился немножечко. Я спрашивала себя, интересно, отреагируют хоть как-то, да? Отреагировали. Что там у нас? Такая. По мелочам, как говорится. Ладно. Начинается проблема с управлением. Ночью, главное, не вечером, а именно ночью. Так, ладно, какие у нас тут еще есть? Развлекалово. Гоняться за
бумажкой. Мы разве ее не находили? Вот она. Как я ее могла пропустить? Ай-яй-яй-яй-яй, Эйвор! Банки-то... Да куда ж ты прыгнула? Так, и куда она полетела? Сюда куда-то. Не люблю на самом деле эти гоняния с бумажками, честно говоря. Ну, слишком много в этой игре как бы занятий для тех, ну, когда уже, говорится, ну, совсем нечего делать. Ну, чем бы еще заняться? Ну, за бумажками побегать. Ну, нам сейчас на самом деле действительно нечем особо заняться до вечера. Можно помедитировать, собственно говоря. Наверное. Давай попробую еще сбегать за бумажкой. Ну давай же. Но-но-но, давай-давай-давай-давай, скорее-скорее. Татуировку мы получили. Ладно. Что ж, по крайней мере, немножечко подкачались. А, ага. Это мы тут у тебя лазим. На твоем большом доме. Ладно. Мы сделаем проще. Сейчас пойдем, наверное, где-нибудь просто сядем и помедитируем. Вот в этих красивых цветочках. Так, как там это делалось? Не-не-не-не-не-не-не-не. Никакую не леску. Нет, не помню. Как это делалось? Медитировать. Замечательно. Ночь? Судя по всему, да. Ночь? Эй! Лорды, леди, настал день мира и единения. Я призвал вас в Эльминхэм, чтобы от всего сердца поблагодарить за дружбу. Финнер, мой наместник, за наших гостей, Бродера и Бродера, и мою прекрасную невесту, Валдис. Если б не Хальфдан, ты бы не лапал нашу сестру. Но нас ты к себе в постель не затащишь. Бродер, это... Боги, последний король саксов не был таким слюнтяем. И то мы потеряли 150 воинов из-за его жалкой шкуры. Бродер! Если будешь дерзить, я попрошу тебя уйти. Это мой дом. Оскорбление неуместно. Сейчас будет мордобой. Вот зачем здесь ты. Охранять Тена, от которого несет козьим навозом. Извини, ты что-то сказал? Я так скучен, сестра Волка. Меня заботит лишь мой клан. Если ради него мне придется добыть трон твоему королю, пусть так. Проще короновать трон. Он и то не такой дубовый. Проще было бы, если бы у вас хватило мужества дать отпор клану Руда. Но ваших достоинств даже на одного воина не наберется. Прикуси язык, сестра Волка. Не то останешься без него. Мы с тобой. Вас так легко ранить словами? Что же будет, если мой топор обрушится на ваши вялые... На наши что? Прошу, довольно. Ты слышал?
О-о. Хватит! Я так и думала. Говорит, мы слабы? Слабы, хилы, хворы. Я уже не помню, как это делается. Глупости! Чушь! Эйвор, 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 как отпрыгивать? Эй! А ну хватит! Повеселились и будет! Если это все, что вы можете, ясно, почему дела тут так плохи. Ты слаб, овчар. И твои друзья тебе не помогут. Нам будет лучше без короля. Эх, свадьба. Какая свадьба без мордобоя? Кажется, безумные сны... Лучше пьяных стычек. Трата времени и доброго меда. Ее братья никогда меня не поддержат. Этот танец только начался, Озвальд. Отдохни, силы пригодятся. Мы увидимся утром, скажи. Нам есть что обсудить. Найду, где заночевать. И Эйвор, если поможешь мне, у тебя будет поддержка Восточной Англии. Обещаю. Стоит ли нам... Ну, хотя мы уже пошли по этой дорожке. Помогать ему? Не знаю. Может, он как политик неплохой, но тут-то признается только сила, поэтому... Что-то сочетать. Похоже, Озвальд уже ушел. Нужно поговорить с ним. О создании королей? Ух, а мы получили 2 очка. Так, а что это Озвальд ушел? Куда он ушел? Подожди, где? Чего Убейте хотят в длинном доме эшцы. И облейте-ка моих братцев водицей похолоднее. Эйвор, рада тебя видеть. Так, Вальдис. Ты Вальдис, возлюбленная невеста Озвальда. Никакой любви. Это союз ради королевства. Только и всего. Кроме того, он же толком не умеет ни речь держать, ни клинок. Да уж, Озвальд не из тех, за кем идут по первому зову. Но из всех, кто мне здесь встречался, он один готов взвалить на себя бремя правителя. Что ж, приятного тебе дня. Озвальд где-то в гавани. Бег воды, похоже, его успокаивает. А чё, вы будете прекрасной парой. Как по мне, это вполне. Как говорится, противоположности, они как раз и дополняют друг друга. Так, он где-то в гавани. А у вас тут гавань есть? Ага. Есть. И правда есть. Пошли искать. Какой баран соломенный, класс. У меня немножко здоровье подкачалось, но я думаю, что ничего страшного. Что ты делаешь? Ты что, это навоз раскидываешь? Доброе утро. Кто рано встает? Можешь работать как трелл, но перы тебе не даются, а короля судят по ним. Да, пожалуй. Я нахожу утешение в простом труде. Не лучшее свойство для короля, полагаю. Вчера братья оскорбили тебя. Твой долг ответить им. Такие дела решают сразу. Пара хорохорящихся петухов. Я скорее отвечу на мычание коровы, чем на их выпады. Для меня важнее свадьба и королевство. На глупцов нет времени. Твое гостеприимство предали. Там, откуда я, это оскорбление.
Так-так! Тот самый грязный Сакс, что испытывает мое терпение. Наместник Финнер. Знаю, во время пира я не смог показать себя, но не бойся. Со временем даны сдадутся. Сцапать трон вас желал? Пес, что кость увидал. Будь здесь Хальфдан сейчас, гнев скрывать бы не стал. И кричал бы мне: «Финнер, пинка кто-то хочет!» Наш храбрый пес Финнер скулит, что есть мочи. Рычит, не кусая. Всего лишь щеночек. Флютинг, да. Ты вообще понял, о чем что речь? Что это было? Не понял. Это флютинг, Озвальд. Рифмы и ритм вместо кулаков. Попробуй так же, как он. За тобой не пойдут. Ты никчемный болван. Ты просто обжора. Сживал все слова. Не-не-не-не-не-не-не. Неплохо! Неплохо! Посмейся над тем, как он выглядит. Попробуй высмеять его глупость. Усомнись в его мужественности. Так, что мы ему посоветуем? Как он выглядит? Нет. Высмеять его глупость. В мужестве нет. Давай глупость. Он туп, как Боров. Будет оскорблять. Оскорби его ум. Ты скоро станешь, пес, добычей воронья. А ты от меда скис, башка... Трухлявей пня. Да, трухлявей пня. Так, давайте... Он уродлив. Начнет хвастаться, скажи что-нибудь про его внешность. Я родом с севера, где долгая зима. Но ты нарыв, ты язва, ты... Ты сама чума. О, да, отлично. Ты сама чума. За угрожающим видом скрывается сопливый мальчишка. Будет хвастать, напомни ему об этом. Хлад ветров я познал. Ты о них не слыхал. Только эти ветра... Сам ты и создавал. Сам ты и создавал... А, ты про те ветра. Да. Озвальд, малыш, ты ничто без своего ворона. Он для трона не гож. Слишком мягок, не спорь. Нет, мать, нет, жирный. Рост? Ну же, ответь что-нибудь про его рост. Говоришь, ты из данов, но это же вздор. Твой папаша был карлик размером с топор. Уже лучше. Неплохо. По-моему, уже прежде лучше. Чем пролить кровь под оружие звон, мы врага сокрушаем уместным словцом. Что ж, ты дружишь с рифмами, признаю. Но долго ли острый язык продержится против острого клинка? Давайте устроить тоже комнату соревнования. А ты проверь, Финнер, вызываю тебя на Хольмганг. Надеюсь, это что это? Ты шутишь. Это же способ решения споров, Хольмганг. Это бой насмерть, да. Упс. Что ж, тогда поговорим. Поздно. Ты бросил вызов. Но перед кем ты будешь хвастаться битвой с Финнером? Сразись со мной. Постой, это... Однако, мне нельзя убивать Сакса на улицах Эльменхэма. Возле Сихенджа есть чудный островок. Всю кровь смоет и унесет вода. Подготовь все. Встретимся там. Надеюсь, ты готов? Выбора нет. Дай минутку, я соберусь с духом. Короли не заставляют ждать себя слишком долго. Стой. Готов к Хольмгангу? Не-не-не-не, мы должны... Соберусь с мыслями, встретимся на острове. На остров. Я так думаю, что теоретически надо ему поддаться или как-то что-то... Эйвор же его просто одним этим чихом прибьет. Хотя мелкие, они иногда бывают жилистые. Так, слушай, это где-то бог знает где. Поговорите с Финнером.
секунду. А где Финер? А чё он сюда устроячил? Давай-ка мы туда на дракарчике доплывем, да, Эйвор? Вечно мы куда-нибудь вяжемся. Топорики наши, топорики. Поточить не мешало бы. Наверное, быстрее добежали бы. Так, поплыли. Что это за смех? Котейку! Котейку разбудили. Она там так спала. Ну, опять заснула. Ну, нет, это... Убрать мачту! Оперативно, оперативно вы убираете мачту. Поднять мачту! Набег? Давай Все, ребятки, попили и будет. Вот и ты. Надеюсь, ты пощадишь будущего короля. Кроме него, корону и надеть не на кого. Королем нужно стать, не родиться. Вот и проверим, кем готов стать Освальд. Так, ну ладно. А разговаривать с друзьями мы, наверное, будем в следующей серии. Потому что не думаю, что это будет быстро. И вряд ли на этом, собственно говоря, наше задание и закончится. Поэтому огромное спасибо всем, кто эту серию посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.